Вітаю, друзі! Як писав Кобзар, борітеся, поборете. Вам Бог помагає. Так і в нашому випадку. Після виходу мого матеріалу про те, як кандидат в мери Сергій Притула забув про обіцяний ремонт в приміщенні редакції Українського товариства сліпих, мені зателефонувала головний редактор та повідомила, що Притула знайшовся та пообіцяв повністю закінчити ремонт. Нагадаю, кандидат в мери Києва Сергій Притула пообіцяв виділити 8 тисяч доларів з грошей, які йому жертвують благодійники на ремонт в приміщення редакції УТОС. Мій знайомий прораб вже склав приблизний кошторис ремонту, і сьогодні перша бригада приступила до демонтажних робіт. Я виділив з Патреону перший транш у розмірі 8 тисяч доларів для тих робіт, завдяки яким буде наведено лад у душовій, у вбиральні і у кімнатах гуртожитку. Думаю, що загальна цифра все ж таки буде більшою, тому про всяк випадок у загашнику ще залишив трохи грошей. Після цього в липні бригада, яку він прислав, все в приміщенні редакції зламала, демонтувала сантехніку та пропала. А робота підприємства була заблокована. Люди влізли в величезні борги, намагаючись закінчити ремонт своїми руками. Тим часом Притула на своєму каналі повідомив, що робота наближається до кінця і скоро він прийде з тортиком вітати із закінченням ремонту. Далі ми з вами домовилися, що допоможемо зробити ремонти у центрі для незрячих. Ремонтні роботи там вийшли на фінішну пряму і, як я вам і обіцяв, незабаром я проанонсую той день і час, коли прийти туди з шампанськими тортиками для того, щоб відсвяткувати оновлення тих приміщень. Ну, будемо святкувати квітку, як кажуть будівельники. Люди в редакції сильно здивувались такій заяві та почали шукати вихід із складної ситуації, в яку їх поставив кандидат в мери. В понеділок, 28 вересня, на прохання керівництва підприємства, я приїхав в редакцію та відзняв, в якому стані люди Притули залишили приміщення. А також звернення головного редактора видавництва УТОС «Заклик» заслуженого журналіста України Наталії Щербань. Так, Валентина, да, расскажите нам, пожалуйста. Демонтаж был сделан всего здания. Вот мы сейчас с вами пройдем. Всего здания, какой был сделан демонтаж? Демонтаж делала его, ну, его бригада. Да, да, да. То есть полностью демонтаж, вот это все. Угу. Первого этажа. Да-да. Вот, вы видите, вот это вот стены, вот это все. Угу. Видите? Вот эти две комнаты инвалидов, которые были... Которые он показывал в своих видеороликах, да? А вот эта комната, давайте посмотрим, где была... Сейчас. Где была эта трещина, которую он заснял? Вот здесь. Это в этой комнате была, да? Трещина, на которую... А скажите, пожалуйста, что он сделал в этой комнате? Что его бригада в этой комнате сделала? А? Ничего. Ничего абсолютно, да? Ясно.
Друзья, я еще раз покажу вам вот этот угол. Эта комната уже на сегодняшний момент обшита гипсокартоном. Гипсокартоном обшили здесь за свои собственные средства. Вот эта комната, на которой был пиар. Вот в этом углу был вот этот вот огромный по стене раскол. Здесь ничего притула, его бригада абсолютно ничего не сделали. Все было куплено за личные средства сотрудников. И бригада вот это обшивала, которой платили тоже личными средствами сотрудники центра. Покажите, пожалуйста, что именно вот сделала бригада именно Сергея Притулы? Холл обшили, это холл. За их не счет. То есть вот это вот обшитый холл. Вы видите этот холл, где-то он тут у нас получается 4,5, где-то 16-20 квадратов, это так. Вот он просто обшит здесь гипсокартоном, он, больше ничего. Гипсокартон это наш. А, гипсокартон ваш, то есть они просто обшили его, да, и все. Да, за их не счет. Так, я слышал 600, за провода, за вот эту вот электрику. 600 метров провода вот по этому коридору, по правой стороне 600 метров провода, это платили они электрику и проложили этот провод. Да, это не весь, то есть нет, половину выложили? Половину мы, да. Это ваш счет, и вот эти вот щитки, все, вот это все? Да, это мы платили, это мы делали все, покупали, делали. Да, чтобы быть до конца, я вот эти две ступеньки, я знаю, что вроде вы сказали, что делала бригада тоже Сергея Бритовы. Две ступеньки вот эти нижние сделали. Да. Угу. Ну и тогда перейдем к основному. Это вот коридор. Эти коридор обшивали тоже, их сокартоном они. Ага, две стены, да, обе? Да, все, вот этот полностью коридор они обшивали. Угу. Ну, покупали гипсокартон тоже за свой счет, да? Да, было 15 листов только гипсокартона куплено. Угу. Это что у нас? Это у нас туалеты. Это туалеты. Вот те туалеты, мы их на видео видели. Здесь, да, положен хороший пол, здесь видим плитку на стенах. Но здесь туалетов как бы самих нету. Вот здесь просто стены и потолок, и пол сделан. Вот я показываю второй тоже. Окна здесь пластиковые, сотрудники сами меняли за свой счет. Да. Вентиляцию у нее закрыли, да, даже? Да. А это они ее доделали, а что не вышли, не знаете, да? Придут мастера ждать. А, ведь будут еще что-то. Вот. Люки делали мы за свой счет, двери, окна мы делали за свой счет, батареи меняли мы полностью, тоже мы еще не подключили за свой счет. Что мы еще здесь? Они меняли, значит, канализацию и водопровод полностью, разбирали, меняли, сделали перегородки, плитку положили. Ну что, идем в душевую теперь, да? Коридор, как я вижу, здесь метров, сколько он у нас, 17 метров длина, где-то 2,7, больше, до 3 метров потолок, 3,30, да. И вот здесь душевая. Душевые, тоже окна и двери, это мы меняли за свой счет. Батареи мы тоже покупали, меняли за свой счет. Люки, специально здесь надо доступ, тоже меняли мы за свой счет. Ихняя плитка. То есть плитка, пол и вот этот вот потолок, да. Ну, такой нарисован, или как он называется, да. Там потолок. И души тоже здесь нету их. Сейчас, секундочку, да. То есть души нет, в принципе, все готово, но нету вообще души, как бы это даже не доделано. Не доделано. Это все? Все. Я понял. Покажите, пожалуйста, еще вашу кухню. Я хочу, чтобы на вашу кухню посмотрели. А кухню мы делали за свой счет. За свой. Я хочу, чтобы вы показали, да, показали кухню. А это у вас там порядок? Ребят, ничего, приятного аппетита, я вас не буду снимать, я убрал камеру, приятного аппетита. Вот такая кухонька, плиточка, розеточки, это уже за собственные средства. Сейчас, скажите, я так. Да. Вот это такая кухонька. Мы
хотим поблагодарить Фокстрот, сеть магазинов. Они нам помогли с техникой, плиту. На кухню нам подарили холодильник и бойлер. Так что мы очень благодарны администрации и всем работникам сети Фокстрот. Фокстротовцы молодцы. Да. Покупайте технику Фокстрот. Да, Зазуля. Зазуля директор. Да. Бойлер там или директор. Во всяком случае, большое им спасибо. Нет, классно. Здесь кухонька как раз. А сколько здесь вообще комнат? Расскажите, пожалуйста, вот в которых будут проживать. 10 комнат. Да. А в некоторых комнатах вы сами уже сделали полностью ремонт. Да. Покажите нам одну хотя бы комнату. Ребята, идите распустите, пожалуйста. Сделаем. Да, спасибо. Да, потому что закрыли, потому что замуровали. Не, замуровали, чтобы он же приедет снимать. Я хочу, чтобы показали просто, хочу, чтобы люди увидели эту комнатку. Да. Две распечатали. Одну комнатку покажите, пожалуйста, чтобы понимать. Самый угловой. А это вы вообще зашили ее? Перетело туда, там Вот и не надо. Давайте я вот так вот сниму. Ну, свет включи. Да не надо, и так будет видно. Сейчас. Вот, смотрите, вот это такие комнатки. Сейчас Валентина еще напоследок расскажет. Вот, это 10 комнат для... Для незрячих инвалидов. Для незрячих инвалидов, да. Здесь и реабилитационный центр, и временное место, где они могут остановиться, пожить или приехать на операции, или на лечение, или еще на что-то, реабилитации и так далее. Я очень хочу поблагодарить Сашу, Алешу и еще один Саша, которые нам помогли финансово. Они нам помогали. Вот эти комнаты, это были сделаны за их счет. Угу. Фамилии просили не указывать. Это просто благотворительность от них. Я к вашим благодарностям подключаюсь. Кто помогает, молодцы. И я дам ваш расчетный счет, чтобы люди тоже помогали средствами, кто сколько сможет, чтобы этот ремонт все-таки закончили. Добренько. Спасибо вам. Вот это вторая часть коридора, которую уже тоже за собственные средства уже делали. А вот это тоже, смотрите, мы еще давно сделали. Вот это же наши санузлы, видите? Вот. Ага. Это мы сделали давно. Это за свои средства. Угу. Душевые у нас тут есть. Тут все у нас есть. Вот тут все готовое. Да. В принципе, вы говорили, и унитазы, и души тоже все есть. Просто их никто не поставил. Да. Вот так вот, да. Наталья, расскажите, пожалуйста, о вашей организации, чем вы здесь занимаетесь, расскажите о вас. Значит, это единственная такая вот уникальная в Украине редакция заклик Украинского общества слепых. Мы существуем очень давно. Наши издания выходят с 1933 года. Это издание периодические шрифтом Брайля. Это детский журнал «Школяр». Это журнал для взрослых «Заклик». И с 1989 года выходит газета «Промень». Она выходит шрифтом Брайля и плоским вариантом для слабовидящих людей. Вот в этом здании, значит, мы... редакторы, журналисты, это в основном люди незрячие, с инвалидностью по зрению. Собираем материалы, пишем материалы, компонуем тексты, работаем за компьютером и выпускаем, готовим для выпуска в свет наши периодические издания. Они расходятся по всей Украине. Они есть в каталоге, значит, наших периодических изданий Украины, есть индекс, их можно подписаться на них, можно индивидуально, можно организация подписаться. В общем, вот люди,
делают такое вот дело. Большое дело. Большое дело. Потому что доступ к информации, право на доступ к информации имеют все, и люди с инвалидностью по зрению также. И я вам хочу сказать, что да, сейчас мир технологии прогресса и компьютера, это очень хорошо, и молодежь этим всем пользуется, интернетом и так далее. Но мы не должны забывать о людях, которые живут в селах, которые уже, знаете, такого вот старшего, очень такого вот почетного уже возраста, и им не очень доступны эти все гаджеты, и им очень приятно взять в руки ту же газету, почитать о том, что делается в нашем обществе, почитать о том, что делается в каких-то наших организациях, какие проходят мероприятия, какие у нас проблемы, какие у нас есть позитивные достижения, потому что они тоже есть. У нас люди работают, у нас люди очень интересные, талантливые, у нас и стихи пишут, и прозу, и поют, и занимаются очень разными вещами, которые очень полезны, и советы дают для незрячих, для реабилитации, для жизни, для быта, для работы и так далее. То есть это все, что можно вот прочитать в нашей газете. Вот. Также у нас при редакции существуют комнаты для приезжих людей с инвалидностью. То есть к нам могут приехать со всей Украины люди, остановиться. Это единственная такая тоже гостиница, да, которая обслуживает людей с инвалидностью. И люди могут приехать со всей Украины по каким-то своим делам, то ли на консультацию, то ли на какой-то семинар, то ли попасть в Киев. Вот. Операцию, вы говорили, да? Операцию, какие-то там, да. Уладить свои дела, командировки и так далее, у нас все останавливаются. То есть мы пытаемся им здесь создать максимальные уютные домашние условия для того, чтобы они могли нормально здесь и пожить какое-то время, да, вот переночевать, чтобы они могли приготовить себе какую-то еду. То есть у нас специальная для этого есть техника, нам он тоже помогает с этим. Вот, и утепляем здание, и облагораживаем, в общем, на данном этапе мы сейчас, у нас проходит ремонт, потому что здание старое, и ремонт, конечно, нужно было делать уже очень давно, но средств на него, конечно же, не хватает, и собственно, никогда и не было, потому что мы, к сожалению, не можем зарабатывать такие деньги. Вот мы находимся на дотации государства и получаем только материальное заухочение, то есть зарплату, это целевые деньги. Вот. На ремонт у нас, к сожалению, денег нет. И мы где только можем, просим, обращаемся к людям, к волонтерам, спонсорам, чтобы нам помогли. На данном этапе мы сейчас делаем ремонт. Значит, нам помог на каком-то этапе Сергей Притула, потом это все остановилось, и сейчас мы делаем это все своими силами. Это очень тяжело, мы просто влезаем в невероятные долги, и очень просим всех, кто может нам помочь доделать этот ремонт, потому что предприятие не может реально работать, ни редакция, ни жилые помещения, потому что все перекрыто, все в ремонтном состоянии. Сергей Притула предложил ремонт, который мы хотели, он предложил нам сделать часть ремонта, а получилось, что зацепил весь первый этаж, потому что демонтаж произошел. А поскольку произошел демонтаж, то теперь это нужно все восстановить, и не просто восстановить, а сделать нормальные условия для незрячих людей. И теперь мы действительно стали заложниками ситуации, потому что нам нельзя в такое помещение пускать людей, и не работать тоже нельзя. Вот ситуация очень такая тяжелая, и мы просим всех откликнуться, если кто может нам помочь, чем может. Обшита часть коридора и холла гипсокартоном, собственно, который тоже наш. Просто его бригада это сделала, обшила. І наша проактивна позиція вже спрацювала. Притула пообіцяв повністю закінчити ремонт, який дозволить поновити роботу унікального для України підприємства, що єдине в країні випускає книжки та періодику шрифтом Брайля.
Це ще раз підтверджує, що ніколи не можна сидіти і чекати у моря погоди. Тільки завдяки проактивним діям керівництва розголосу нам вдалося привернути увагу громадськості до проблеми та отримати реакцію того, хто винен в цій ситуації, хоч поки і на словах. Всім небайдужим величезне спасибі, особливо співробітникам підприємства Наталії Щербань та Валентині Крамнисті, які не впали у відчай, вони не склали руки, вони напозичали у знайомих та друзів близько 400 тисяч гривень та продовжили ремонт за власний рахунок. Та ще подяка велика робочим, що за низькими розцінками та ще й у борг погодились на допомогу в ремонті. Хочу звернутися до Сергія Притули з одним особистим проханням. Сергію, візьми за шкірки свого електрика, який працював за виділені твоїм фондом кошти, та додумався взяти за свою роботу у Валентини 17 тисяч гривень, щоб йому, руки повідсихали. Нехай поверне та вибачиться. На цьому і в тому числі за проханням головного редактора Наталії Щербань я ставлю крапку. Розслідування закінчено і результат є. В описі до відео залишу карточку та реквізити УТОС. Хто чим може, допомагайте, бо борги треба повертати. Варто додати, що слова Притули – це для мене тільки обіцянки. Тому ми будемо пильно стежити за виконанням ремонтних робіт. І сподіваюся, що незабаром приїдемо разом з тортиком і квиточкою на новосілля. Можливо, навіть і зустрінемося там з самим Сергієм Притулою. Єдине, що залишило осад, це коментарі прихильників Притули під першою частиною розслідування по ситуації в УТОС, які опустились навіть до образ сліпих заради вигороджування свого куміра. Друзі, підписуйтесь на канал, поширюйте матеріали і боріться, тоді поборете. Вам Бог помагає. Далі буде. Всім пока!